Всем привет, здесь Реверс. Мы решили поменять наконец-то на нашей Астре бампер, потому что этот явно пришел чуть-чуть в негодность. Даже не верится, что такая толстая достаточно железяка прогнивает вот до такого состояния. Нам достался бампер, окрашенный в цвет кузова. Единственное, что для того, чтобы снять старый, нам пришлось его весь вырезать, потому что от него не откручивается ничего абсолютно. Как-то так. Новый вот будет бампер аж с парктрониками, покрашенный, я говорю, в цвет кузова и совсем не гнилой.